Боец UFC Муслим Салихов вернулся из США после очередной победы. Напомним, что в минувшие выходные дагестанский спортсмен проводил поединок против бразильца Франциско Триналдо. Бой проходил под диктовку Салихова, пока в третьем раунде он не получил запрещенный тычок пальцем в глаз. Образовалась гематома. Посовещавшись с медиками, дагестанец все же продолжил поединок и сумел довести его до победы. Дома спортсмена встречали его самые преданные болельщики. Это родственники и друзья из столичного клуба «Universal Fighters» и «Пять сторон света». Отметим, что победа над Триналдо стала Муслима Салихова пятой подряд в лиге UFC. Теперь он вошел в топ-15 лучших бойцов полусреднего дивизиона. Пять побед подряд – это уже одна из самых длинных серий в этом весе, поэтому неважно, дадут мне топ-15 соперника, топ-10 соперника или какого-то еще. В любом случае, надо держать эту свою победную серию и равно все это случится, и я буду все каждым шагом ближе и ближе, поэтому я не думаю об этом, что будет следующим. Не важно, что бы ни было, надо просто побеждать, продолжать побеждать.